Привет, сегодня приготовим машхурда. Давно я не готовила домашних блюд. Всегда питалась на улице. Сегодня решила приготовить домашнюю еду. Отправляем в кастрюлю мясо. Нам еще понадобится картошка. Чистим картошку. И нарезаем, как показано на видео. Отправляем в кастрюлю. Вот получается. Лук. Отправляем в кастрюлю. И заодно морковь. Режем болгарский, отправляем в кастрюлю. Посолим по вкусу. Сухой чеснок, черный молотый перец, томат. Перемешиваем. Наливаем воду. Добавляем в мисочку маш. Моем и отправляем в кастрюлю. Вот и у нас приготовилось. Кладываем на стол. Всем приятного аппетита!